Безвидная земля преобразилась, когда услышала глаголы Иеговы. Да будет, спущалась Америка и Бразилия, Европа с Азией к житью почти готова. Да будет, то и дело громыхало, кипела лава, выбились цунами, и облака дымились опахалом, всего и ангелы тогда еще не знали. Да будет, жизнь крошила семена, тянули влагу корни и стволы, за зимней белизной зеленая весна, и к лету ветры теплые послы. Да будет, позевает человек с подругой первой, с первым одеялом, а кто-то первый попытался спеть о том, как получилось ладно. А будет ли для жизни продолжение того, что появилось очень кстати? Не станет ли одно другому жертвой? Не сгинет ли в провале без остатка? На грешный мир не сходит благодать. Единородный сын родился в Вифлееме. Звезде той разгораться и блистать, перерождая в жизнь гнилое тление. Да будет, стрелы тучи понеслись, сражая вражеских нашествий легионы. На место тризны воцарилась жизнь, и смех с улыбкой, где царили стоны. Да будет Библия у каждого в запасе, и проповедь звучит о Господе Христе. Пути закончатся у каждого пусть Пасхой, весь воскресенье среди лучших новостей. Да будет, путь наш от соблазнов чист, сон благовестников родят монастыри. У каждого 100 Библий, стрелы и мечи. Христос воскрес, да грянет общий вскрик. 15 сентября 2006 года.